Hello, друзья! С вами Стив Про, и сегодня я покажу мод на блокеров для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этого мода в вашем городе появляются маленькие блокеты, которые вы можете, друзья, ухаживать. Ну что ж, давайте начинать обзор мода, и начнем мы, наверное, с нашего земляного блокета. Это самый первый блокет, который вы можете сделать. Выглядит он у нас вот так, и чтобы приручить его, вам понадобится взять яблоко, после чего долго тапать в этом блокету. И вы, друзья, можете его посадить, а вы можете также сделать, чтобы он следовал за вами. Ну, чтобы изучать его, друзья, вам придется присесть и навести курсор на него и нажать, после чего вам покажется информация о вашем блокете. У него нулевой уровень, 0 опыта и 8, друзья, уровень жизни. Это очень хорошо для земляного блокета. Что ж, давайте смотреть дальше, друзья. Ну и также, конечно, вы можете прокачивать свой блокет, если вам придется участвовать в боях, друзья. К примеру, он сейчас убьет нашу коровку, и он получит примерно около 6 опыта, после чего накопленный опыт он будет отменивать на уровень. Давайте посмотрим, сколько у него сейчас, друзья, опыта. Да, как я сказал, у него 6 опыта, и мы убили его, точнее, мы его стукнули, и у него стало 6 хп, да. Ну ладно, давайте и дальше, друзья. И дальше у нас идет вот такой уже, можно сказать, деревянный блокет, и вы его также можете его приручить. Давайте этого. Так, куда? Стой. Все. Стой. Все. Так, друзья, у него уже 9 хп, у него 0 опыта и, конечно, на него уровень. Давайте, друзья, попытаемся его прокачать до максимума. Так, сейчас он убьет коровку. Майнкрафт, не лагай, пожалуйста. Давай, убивай коровку, убивай. Друзья, а также эти блоки-то могут сражаться и с враждебными мобами. Давайте придумаем кого-нибудь моба. Так, а давайте, наверное, давайте сделаем все на зомби, да, друзья. Вот. Ну, давай, бей его. И также, если враждебный моб захочет, то он сможет ему ответить. Ну, такое бывает редко, поэтому блоки чаще всего выигрывают, друзья. И сейчас у него должен был повыситься уровень. Стой! Стой! И, как видите, у него первый уровень, 6 опыта и 7 хп. Ладно, давайте идти дальше. Дальше у нас идет вот такой алмазный блокет. Он самый мощный, потому что у него 20 уровней жизни, друзья. И как заметили, все блокеты отличаются только своими хп. То есть уровнями жизнями. Да, другими они, друзья, к сожалению, не отличаются. Но также они могут быть и убиты, после чего ваш блокет пропадает, друзья. Как видите, у него уже 15 хп, и это довольно хорошо. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.